привет, моя хорошая, с вами Селена Свей. И сегодня по запросам от наших зрителей мы снимаем два видео. Один на мой канал, другой на Кристинин. Кристина сейчас выбирает магазин и выбирает мне два лука. Мы решили два, потому что пока малой спит, нам нужно все успеть. Она выбирает мне два лука. И вы потом в комментариях будете голосовать, какой лук вам больше понравился. Два чеснока. Кстати, привет. Да, вот эта Кристина такая стала. Два там чеснока. Ой, два, три. Что за чеснок? Я и выберу три чеснока. А, лука ты имеешь в виду, Барт? Какая ты у меня шутница, комедий-вумен. Вот, короче, сейчас она выбирает на мой канал, она выбирает меня, а на ее канал мы выложим их одновременно, поэтому внизу под видео я оставлю ссылочку на ее канал, где выбираю я ей луки. Ну, еще вы будете писать тогда, чьи луки лучше, мои или Кристинкины. Смотри, красные лица. Да ничего не красные вообще, ага. Вот у меня нормально, здесь оранжевые. Красные. Нет, мы идеальны в моем камере. Красные. Все, итак, давай начнем с чего ты. Какой мне решил это выбрать все-таки магазин? Селена, я хочу, чтобы твой лук, лук и чеснок был из магазина Страдивариус. Все, идем в Страдивариус, и Кристина выбирает мне два лука. Два или три? Два. Ну, два, да. Сейчас мы идем в Страдивариус, ищем. А я, так как не знаю, какой магазин Кристины выбрать, чтобы ей луки выбрать, какой рядом будет там магазин интересненький с большим выбором, я на том и остановлюсь. И выберу там ей луки на ее канал видео. Сейчас мы пришли в магазин Страдивариус, и сейчас Кристина выберет мне два лука. Один на каждый день, а второй на выход в крутой ресторан. Ну давай, детка, приодень меня. Ты еще не выбрала? В ожидании чуда. Ну все, Кристина подобрала мне образ, я иду его надевать на себя. Посмотрим, что она нам приготовила. Мне очень понравилось. Во-первых, мне понравилась обувь Zekesh. Они очень классные. Стоят 4000, вообще классные. Вот эта кофточка. Ну, дальше. Думаю, не надо тут прям рекламировать. Да, красиво, вот так вот стильно. Вот так ты должна ходить. Классные, классные. Дальше. Кофточка, мне это тоже очень понравилось. Она легкая и очень дополняет образ. Да, Кристина выбрала еще вот такой рюкзачок. Мне тоже кажется, что он сюда подходит, да? Даже больше, чем красная сумочка. Да, вот кожаная курточка сюда идеально подходит. Вот такой образ еще. Мне нравится, мне нравится. Я Кристинке делаю одобрянку. А что думаете вы? А второй образ мы сейчас пойдем выбирать в Зару. И это будет вечерний выход. Итак, с первым образом мы закончили. Сейчас мы пришли в магазин Zara и будем выбирать второй лук на вечер. Я Кристинке, она мне. Но все, что выбираю ей я, ее можно увидеть на ее канале. А на моем канале она мне выбирает. Так что мы ждем, ждем, Кристиночка, пока ты выберешь мне лук на выход. Приодень мне, пожалуйста, нормально, человек. Ну все, Кристина лук выбрала мне кучу вещей. Я иду их мерить, что же она приготовила мне на выход. Не напугаю я людей на вечеринке крутой светской фэшн.
такой, не надела бы. А на самом деле его сейчас одела. Ну, он какой-то такой, не надела бы. А сейчас смотрю, надела бы. И вот даже вот, вот эта вот юбка, которая смотрится вроде бы лаковая, да, какая-то прикольная. И вот эти вот, ну, это я люблю, это вы знаете, у меня уже 1000 штук. Кофточка очень такая классная, сексуальная, прям. Не знаю, я родичек сюда надо, не надо. В общем, все очень круто. И вот я прям кушала. Татухи твои. Спасибо, Кристина, у тебя очень хороший вкус. Мне очень все понравилось, и я думаю, что если я пойду на такую вечеринку, то мне сделают куча очень выгодных и приятных предложений по сотрудничеству. Мы закончили видео. Кристина мне выбрала два офигенских лука. На самом деле в этот раз мы старались, да, с тобой, чтобы все-таки, ну, действительно что-то такое, в чем действительно можно выйти, да. Может быть, понятно, что разные вкусы, может быть, не выйдем как бы в таком, да. Но оказалось в парадном. В целом неплохо. В парадном луке у нас совпали майки и цвета. Не говори, они должны же. Но они почти совпали, очень похожи. Да, но нет. Мы выяснили, что у нас в итоге с Кристиной очень похожий вкус. Что на стрит-стайл, что на вечерний лук. Да. Вот. Так что я себе много взяла на заметочку, особенно в повседневном луке, так как я в основном люблю повседневный стиль. И даже куда-то, если выйти даже на какую-то встречу, я бы, наверное, его выбрала. Что-нибудь, знаешь, между вечером. Ковбойский стиль такой. Да, что-то такое. И я бы на вечеринку и в любой ресторан бы так зафигачилась. Вот. Так что спасибо, Кристина, тебе, спасибо магазинам, которые спасибо, нас не выгоняли. Что да, спасибо, что Селена это все надела, и как на ней все просто сидит на самом деле. Да, это все. Человек универсальный. Спасибо. А теперь идите, Кристинке, на канал, ссылка под видео, и смотрите, что выбрала ей я, и оцените, пожалуйста. А у меня в комментариях пишите, что больше всего понравилось вам, и как вообще вам Кристинкин вкус. Кристина, что это за вкус, как ужасно. Может быть, что-то вам понравилось, может быть, что-то вы надели, а может быть, что-то у вас есть похожее. Ну, это мы все выбирали за очень короткое промежуток времени. Да, и малыш нам мешал, как мы бы. Быстро. Да, вот, ну, как бы скидоху делайте на. И мы не профессионалы, кстати, да, любители. Все, прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Пишите идеи, что бы вы хотели еще, мы прислушаемся. Familiar place, I will be the guiding face, you know, waiting to take you home. Oh.